Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, вы на канале Пестрецов Шоп. Итак, у нас сегодня на распаковочке вот такие вот замечательные игральные карты в виде золотых купюр американских достоинством $100. Описание. Карты игральные, золото. Сувенирные игральные карты, золотые, $100. 54 штуки. Станет хорошим подарком поклонникам карточных игр и пасьянсов. Аксессуары выполнены из высокопрочного пластика в золотом дизайне. Изделие не боится воды, жира, поэтому ими удобно играть за столом во время вечеринки. Помимо эффектного внешнего вида, сувенирные игральные карты золотые $100 отличаются надежностью и долговечностью. Они выдерживают регулярные многочасовые игры, не рвутся, не стираются. Выглядит это примерно вот так вот. Знаете, очень сильно похоже на такое клише. Давайте мы их откроем, посмотрим, как они выглядят на самом деле. А, насколько вы можете видеть, упаковано это все в такой вот пластик. Качество очень хорошее, но он прям очень-очень твердый. Прям. Боже ты мой, как его открыть-то? Если честно, у меня даже открыть не получается. О. Так, смотрите, какая красота. Слушайте, карты открываются, как будто вы этот... какой-то чай открываете. Или вы знаете, вот такая пачка сигарет. Хлоп. Здесь их 54 штуки. Сейчас мы с вами их все посмотрим. Хочу вас показать. Ну, некрасиво же, а? Ну, смотрите. Просто красота. Выглядит, конечно, это потрясающе. Просто потрясающе. Так. Что ж, давайте посмотрим, как они выглядят. Так, это у нас Джокер. Блин, офигеть. Этот, кстати, тоже переливается. Все очень классно выглядит. Прям, знаете, прям удовольствие держать в руках. Особенно поиграть в компании. Туз. Блин, ну, конечно, игра света, это просто потрясающе. Ничего не могу сказать. Ух ты, блин, какой туз. Пики. Черви. Просто потрясающе все сделано. Хочу сказать, это же не одни и те же картинки. Посмотрите на кресте. Дама. И что у нас тут? А у нас тут сертификат. Конечно, вообще зачет. Я не пожалел, что взял. Я взял себе и своим друзьям. Сразу взял несколько штук. И вам советую. Ссылочку оставлю в описании. Выглядит, конечно, просто потрясающе. Я, конечно, не так часто играю в карты, да, но хочу сказать, у меня есть друзья, которые частенько играют. И когда меня приглашали, да, конечно, там картишки были ну так себе, да, вот по сравнению, конечно, с этими. Пластик. Очень классно. Ну что ж, друзья,
Ставьте лайки, кому понравилось, дизлайки, кому не понравилось. А с вами был Дмитрий на канале Пестрецов Шоп. Всем спасибо и до новых встреч. Пока.